На конкурс дети читают стихи. Ляшенко Елизавета, майор привез мальчишку на лафете. Константин Симонов. Майор привез мальчишку на лафете. Погибла мать, сын не простился с ней. За 10 лет на том и этом свете ему зачтутся эти 10 дней. Его везли из крепости, из Бреста. Был исцарапан пулями лафет. Отцу казалось, что надежное место отныне в мире для ребенка нет. Отец был ранен и разбита пушка, привязанная к щиту, чтобы не упал, прижав к груди заснувшую игрушку, седой мальчишка на лафете спал. Мы шли ему навстречу из России. Проснувшись, он махал войскам рукой. Ты говоришь, что есть еще другие, что я там был, и мне пора домой. Ты это горе знаешь понаслышке, а нам оно оборвало сердца. Кто раз увидел этого мальчишку, домой прийти не сможет до конца. Я должен видеть теми же глазами, которыми я плакал там, в пыли, как тот мальчишка возвратится с нами и поцелует горсть своей земли. За все, чем мы с тобой дрожили, призвал нас к бою воинский закон. Теперь мой дом не там, где прежде жили, а там, где отнят мальчишки он. За 3 земель в горах Урала твой мальчик спит, испытанный судьбой. Я верю, мы во что бы то ни стало, в конце концов увидимся с тобой. Но если нет, когда наступит дата ему, как мне, идти в такие дни, вслед за отцом, по праву, как солдата, прощаясь с ним, меня-то помяни.